В детской и юношеской спортивной школе под дзюдо города Махачкалы имени Магомеда Джафарова состоялась встреча представителей Дакум-религии и муфтията Республики Дагестан с воспитанниками учреждения и их родителями. В ходе встречи были обсуждены проблемы вступления молодежи в ряды радикальных группировок. Это первые из запланированных мероприятий с сотрудниками Дакум-религии в рамках программы информационного противодействия экстремизму. В ходе подобных встреч сотрудники комитета совместно с представителями муфтията республики рассказывают детям и их родителям о пагубном влиянии экстремистской идеологии на общество. На сегодняшний день мы видим, что у нас существует такая проблема – духовно-нравственная деградация молодежи. Вот сегодня, к сожалению, когда СМИ, интернет-пространство, оно входит в умы молодежи, в их сердца, наблюдается, что вот идет определенная деградация духовных, нравственных качеств молодежи. В этой связи мы убеждены в том, что необходимо проводить такую работу, что люди, духовенство должны встречаться с молодежью, общаться с ними и прививать в их сердцах такое воспитание, да, отношения между собой, отношения к старшим. Сотрудник отдела просвещения Мухаммад Майранов в своем выступлении акцентировал внимание на воспитании детей, высказав мнение, что именно из-за невнимательности родителей дети подвергаются влиянию пагубных явлений, в том числе и экстремизма. Истинно верующий человек – это тот, от языка и рук которого нет вреда окружающим. Основа нравственности – это отношение к окружающим, отношение к братьям, к сестрам, к родителям, к старшим, к младшим. И представьте себе, дорогие мои братья и сестры, когда не от слов имама это услышит ребенок, а от слов отца или матери, ребенок услышит, а ты знаешь, что наш пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, говорил, что истинный мусульманин – это тот, от кого никому вред не исходит. Представьте себе, какой авторитет возрастет в глазах ребенка. По словам руководства спортшколы имени Джафарова, в их учреждении, помимо занятий спортом, уделяется особое внимание и нравственному воспитанию. И поэтому эта встреча для них имеет особую важность. Подобные встречи обязательно должны быть, они очень важны. Это духовно-нравственное воспитание детей. Родители должны присутствовать, они должны понимать, что как с детьми, как их воспитывать правильно, как подойти к этому правильно. Сотрудники Дакум-религии намерены проводить подобные встречи еженедельно во всех районах Дагестана. К концу года они планируют обойти все спортшколы республики. Абдулла Алиев, Гилач Курбан Алиев, телеканал ННТ, Махачкала.